Добрый день. Петр Петрович. Донец 39, переулок Лилиной, 33, Трудовские. Да, никакая. Ну, сейчас вот это второй день, что-то так. Постреливают, ну, сложно тот, как с этих, ну, с мелкого, вот, с автоматов там, с этого. А то было вообще туши и по погребам, и все. Плохо, конечно. Да какое перемирие? Его не было, никогда и не будет. Какое уже, сколько только перемирий не было. Они, это так только, на название, что перемирие. Я сразу, я в это не верю никогда, пока они тут. Покоя. Уйдут за тут, за Донецкую область, и все. Мы жили здесь, жили, трудились, все. Так что, мое мнение такое. Пускай Донецкую область освободят, а за Донецкой областью там пускай стоят войска, что хочет там делают, и все. Чтобы они освободили нас тут вообще. Так что, я такого мнения. К какому правительству? К Порошенко? Да. Негативно вообще. Это, ну как, президент. Президент пришел как военный переворот, и все. Больше ничего нет. Они развязали. Украина развязала. А кто развязал? Не мы ж пришли к ним. Они пришли сюда. Они начали с аэропорта бомбить. И потом пошло все. А что ж нам остается делать? Что? Только защищаться и все. А куда мне ехать? Ну объясните вот мне. Я прожил тут вот с 46-го года. Сколько себя помню, я прожил здесь. Ну не здесь именно, в этом дворе. В другом дворе был, потом в том дворе был. И в этом это последнее время все. Живу только здесь. Так вот куда я должен уходить? В чё я должен с родной земли своей, где я тут родился, жил, все, и тот, и должен куда-то уходить. Я никуда не уйду. Пускай что хотят, творят, ну как я был здесь, так и буду. Как вы представляете, ну 70 лет прожить на Донбассе, вот здесь, на Трудовске, как не любить Донбасс? Конечно, люблю, а что? Народ Украины ни при чем здесь. С народом мы жили и живем. У меня родичи есть на Украине, все. Так что мы живем, жили мирно, дружно, все. Ну а кому-то тот не захотелось мирно, дружно жить. Не знаю, я, в принципе, по этой части. Так что. Я народ Украины разговариваю с ними и все, и встречаюсь. И я никакого не имею к ним. Это. Мечта есть, да, чтобы все это закончилось. И как можно быстрее. Не, мирно. Пускай, почему? Пускай с этими разговаривают, с нашими, пускай там. Ну, непризнанные республики, пускай даже непризнанные. Но с ними, с людьми можно разговаривать, что, к чему, что, как. А также никто ничего тот. Каждый день все свистит, все летает. Так что.